а у меня генетически предрасположенность к паркуру. Ну чушь, абсолютнейшая. Это мутирующий ген? Да. Я мутант? Да. Я в 119 лет собираюсь телочку обрюхать, чтобы она 120 родила. В принципе, наверное, и это возможно. Сразу от двух мужчин? Да. Я думал, так только кошки могут. Мы технически можем клонировать что угодно. 4+1 – это проект, где к четырем комикам приходит человек науки, и они вместе ищут не всегда очевидные ответы на самые интересные вопросы. В этом выпуске в гости к комикам пришел генетик. Что-то за генетику. Вообще как-то есть какие-то? Я у Коли сразу спрошу. Да, я просто жду, кто пошутит шутку о том, что мои гены настолько сильны, что они скорее Геннадий, чтобы просто выговориться и идти дальше уже. Да, чуть-чуть букинский стайл. Немного. Юль, да. Что насчет генетики? Как вообще с этой темой? Интересовалась хоть раз когда-нибудь? Да, меня генетика задевала в жизни. И в школе. И в школе. Извини, я... Генетический абьюз. Генетический абьюз – это ведь красивое название это даже... любого притеснения. Расизма, сексизма. Согласен полностью. Не понял ничего, что он сказал, но согласен полностью. То есть это не я женоненавистник, я генетический абьюзер. И все, плащом развиваешь красиво, уходишь в закат. Возможно, такое существует, потому что абьюз, может быть, передается по гену. Кто знает, это же черта характера. А характер не передается по гену, по-моему, я читала. Ну да, гены — это цвет волос, глаза. Да, цвет волос. Внешность вообще. Коля в этом вообще-то разбирается побольше нашего, если ты Коля хочет, чтобы через 20 поколений у него был крокодил в семье. Гена. Вот мы. Для того, чтобы мы все-таки с вами нашли какие-то правильные ответы и в теме не плавали, мы сегодня пригласили замечательного эксперта. И сегодня это генетик, заслуженный врач Российской Федерации, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Теодорович Лильин. Ваши аплодисменты. Я как раз раздумываю над тем, чем я отличаюсь от вас. Так, потому интересно. Что шутить я тоже умею. Но при этом я должен сегодня что-то еще и умное брякнуть и отвечать на ваши какие-то вопросы. Да, дурацкие. Позвонили, сказали эти вопросы. Они меня так же заинтересовали, как и вас. И мы все тут потому вместе что собрались. На них сегодня никто не знает ответа. Это самое главное. Даже вы? Не только вы. Да. Даже вы? Конечно. Что от мамы, что от папы передается. Каждый же вкладывает 50 на 50. И у ребенка уже... Ну да, вот мне даже спросили у меня, потому что генетически это связано. У меня высокие родители есть, и я высокий. Рост конкретно от обоих сразу идет? Или важнее конечно. Что-то от папы, когда конечно. Получается что-то? Гены складываются. Так, и получается нечто в результате. Нам вообще кажется, что сейчас наука, и генетика сейчас, она уже все может. Мы уже решаем любые задачи, мы там можем клонировать, например. Да? На самом деле... Мы очень многое не знаем и не понимаем. Вот никто не понимает, что происходит после войны. Вы все знаете прекрасно, что соотношение полов, например, 50 на 50, то есть 50% рождается мальчиком, 50% девочек. После войны количество родившихся мальчиков достигает 80%. Угу. То есть популяция как бы сама себя восстанавливает. Никто не понимает ни механизма, ни почему это происходит. Еще один любопытнейший факт. У моряков дальнего плавания, у подводников и военно-морских, будем говорить так, специалистов, в основном рождаются девочки. Люди находятся в мужских коллективах, и природа чувствует, что надо восполнить. То есть это как гены настраиваются между собой и решают, совершенно что верно. Вот как, эта куча почему? Людей должна родить девочек. Пока это никто какой-то не понимает, но интересно. Общий интеллект. Существует, да. Который это все как-то почему регулирует. Да. Но пока мы имеем факты и не имеем объяснения этим фактам. А вот насчет наследования от отца и матери, есть такая... Что с квартирой? Я прерву, что, кому трешка? Просто, чтобы завершить ответ на этот конкретный вопрос. Мы знаем все хромосомы, 23 материнские, 23 отцовские. Оказалось, что ДНК располагается не только в хромосомах,
а еще в так называемых ядерных станциях клетки, митохондриях. Угу. И тут вот эти ДНК мы получаем только от матери. И гены, которые там находятся, они передаются только от матери, а отец тут оказывается ни при чем. Вот это факт. То есть нету конкретного пока понимания, что типа да, рост от отца, нет, волосы нет, от это... матери... Нет, вот... А то я смотрел всякие видео, где, знаешь, там, если вы хотите узнать рост своего ребенка, возьмите свой рост, рост своего мужа, соедините, прибавьте 13, разделите на 2, вот он, ваш ребенок. Я уже запутался, да, я хочу с чем плюс. Я... И почему ребенок 30 тысяч? Вам ответит на этот вопрос. Почему бывает ребенок вот копия отца или копия матери? Это случайность, да? Как правило, девочки похожи на отца, а мальчики на маму, кстати. Потому что такие копии вот у человека, это близнецы. Так называемые однояйцовые близнецы из одной яйцеклетки. Интереснейшая вещь. Вот такие близнецы, похожие как две капли воды друг на друга, их путают родители все. Так вот в Америке есть закон очень интересный. Если преступление совершил один из таких близнецов, так, он освобождается от ответственности. Потому что он ли совершил, или его брат, никто не знает, или сестра. Почему это никто в бизнес не превратили до сих пор? Да. Да. Почему это не пропуск в мир преступности для близнецов? Да. Близнецовая мафия заполонила США. Реально? А если обоих вот посадить? Такую бы мафию создать, ох, было бы весело. Это они вот эти в фильме «Няньки»-то, они почему беспределили? Они знали, что никому ничего не будет. Они такие, да они нас перепутают. У них даже дерматоглифика одинаковая. Нельзя отличить. А скажите, если, например, близнецы, девочка и мальчик, зачнут ребенка. Это может быть просто фабрикой по воспроизводству одного и того же человека? Нет. Девочка и мальчик – это, во-первых, уже разные яйцевые близнецы. Они из двух разных яйцеклеток и разных спермиев. Поэтому тут уже ничего наследования не будет. Или ты, в принципе, разных есть... людей имел в виду? Для ответа просто, ну так, любопытно. То, что называется, меня расперло, поэтому делюсь редкой информацией. Ну, давайте. У нас ценное количество близнецов. Один беленький, а второй черненький. Близнец второй появляется через 3-4 месяца после рождения первого. Как? А все очень просто. Просто женщина имела дело сначала с белым мужчиной, а потом с негром. Ну и получается, вот близнецы одновременное, так сказать, зачатие. Вот и все. Сразу от двух мужчин? Да. От двух мужчин. Я думал, так только кошки могут. Там, где ребенок рождается. Тоже ну, что, от мужчин. Хочется быть одним из них, из этих мужчин. Ничего интересного в этом, пожалуй, что нет. А то же самое со вторым примером. Ничего просто себе. Женщина поимела дело это с мужчиной через пару просто. Месяцев. И хотя мы знаем, что вроде не должно наступить беременность, исключений полно. Она рождает второго близнеца и так далее, и так далее. Мама, как мы появились на свет? Ну, смотри. Почему я черный? Я была влюблена в Оргию. Так, во-первых, я не кошка. Я должна тебе сказать это вначале. Это как фильм «Близнецы», где Шварценеггер и Дэнни Девито. Да-да-да, разные. Да-да-да. Юль, что-то ты какой-то вопросик задавала, мы... Просто слышала, что если дочка похожа на отца, то это будет счастливая девочка. Есть ли в этом правда? Спасибо. Думаю, что нет. Мы сейчас на вопросе ребром вообще, другая передача. Фейк абсолютный, абсолютно. Маленький интерактив я вам предложу. Я начну, и вот так по цепочке пойдем. Как, на ваш взгляд, что вы переняли точно от мамы, от папы? Это может быть черта характера, ну, что угодно вообще. Я вот понял, что от отца я перенял скрытую тревожность. Угу. А у мамы у меня голос идентичен, даже кашель. И даже в подъезде, если кто-то идет, ты не можешь отличить, кто именно из родни идет, потому что одинаковые интонации, одинаковые вот эти все какие-то просто маленькие тычечки в словах используем зачем-то. У тебя, Юля, есть какие-то замечания? Вот что ты от папы взяла, а что от мамы? На твой взгляд, сугубо. Ну вот я взяла от мамы карие глаза, и я в свое время как-то пыталась рассчитать математически. На биологии учили в школе рассчитать процент вероятности того, что у меня будет голубоглазый ребенок. И я хочу очень, мне нравятся голубые глазки, но так, у меня... Нет ничего проще, не надо ничего рассчитывать. Карий глаз – это доминирующий цвет глаз над голубым. У вас или два гена, которые... Вот это действительно моногенный признак, который кареглазый, который вы получили от отца и матери, и у вас дети будут только кареглазые. А если у вас один ген кареглазости, и он подавляет другой ген голубоглазости, то если вы выберете
правильного мужа с голубыми глазами, мне нравится, 50% за то, что у вас будут голубоглазые дети. Только а предыдущее все. Поколение никак не влияет не, на глаза? Нет, абсолютно. Вероятность памяти не имеет. О, это и он. Знаменитый интересно. Тезис. Ну вот, папа голубоглазый у меня. Вот. Значит, 50-50 тогда у вас работает. Один ген голубоглазости точно есть. Если вы выберете голубоглазого мужчину, у вас 100%... Вернее, 50 на 50. А, блин, это или уже или другое. Она так обрадовалась. Ну, это уже больше вероятность. Ищите и обрящите. Вот и все. Точно не Рустам. У тебя карие глаза или какие? У меня карие. Я не вижу отсюда. Карие, да, карие. У меня жестко темно-карие какие-то. Самые доминантные из всех карих глаз. Ни один цвет другой не будет у детей. У тебя есть какая-то такая заметка, вот на твой взгляд? Я, честно говоря, от мамы, что-то я сейчас думаю. Там чувство юмора точно от папы. Угу. Вот такое бывает, что чувство юмора переливается. Конечно. Это интеллект тоже, да? Потому что, да, у мамы оно вообще, его как будто бы в какие-то моменты нету вообще, потому что мамы обижаются всегда на все. Так как вы с мамой разговариваете всегда сверху вниз, то у нее отсутствует чувство юмора. Вот это же не всегда так. Я иногда присаживаюсь. Подождите-ка. А вот если чувство юмора это по генам передается, а если ребенок не жил с отцом, то он может все равно шутить точно так же, как его отец? Да. Я даже приколы такие же говорю, но не специально. Я не знал, как отец говорил приколы. Мне уже мама на это указывала. Это жизнь, это чудо. Это генетика. Это действительно удивляет. Может ли так быть? Да. Да. Без всякого сомнения. Юмор – это предрасположение. Ты можешь не знать своего отца, но ты от него получил соответствующее предрасположение и реализуешь его. И так отца не можно зная найти. Не знаю ничего об отце. То есть, если отец бросил тебя, просто ходить по городу и шутить свою любимую шутку. Да. Кто-то заржет и такой, кто-то один в толпе. Помните эту сцену во многих фэнтезийных фильмах, где эльфы или гномы или прочие собираются и говорят, вот люди. Жизнь их так коротка. И они воюют. И они рожают, и они строят. И они так ужасны, но они так прекрасны. Из-за конечности своей жизни они творят историю, пишут картины, строят корабли, стремятся к прекрасному. Ты прям помнишь? Нет, это не цитата. А, все, извини. Я сам немного, я по отцу эльф. Да, хорошо. И, в общем, я смотрел, и меня так достало это высокомерие, что я подумал, как здорово, если бы люди были бессмертными в итоге. Чтобы все эти эльфы такие люди, бессмертные пи***цы. Не воюют, не рисуют ничего, просто ходят такие, кто бессмертный, два больших пальца, я бессмертный, у меня два больших пальца. Но... У вас даже уши не торчат. Да, с нормальными ушами, еще и бессмертный, да. Хоть бы минус один. И никто не спрашивает, что эти бессмертные будут есть, если их будет очень много. Вот там друг есть друга. В этом фильме численность эльфов. Так вот, дело в том, что по Библии, да, Мафусаилу век 650 лет, спрашивается. Ну, это не бессмертие, но уже как-то ближе к тому, о чем Коля сказал. Ну, ипотеку закрыл. Да. И тем не менее, спрашивается, а зачем человеку бессмертие? Потому что вот вас, например, это не касается, но с возрастом да, люди обычно полнеют, мужчины и женщины. А почему? Потому что уже ум, опыт, мудрость уже не помещаются в головах, и начинают распределяться по организму. Очень научно. Научно. Ну, согласен. То есть можно оправдывать это мудростью. Конечно. Это конечно. Опыт. Опыт. Да. Трудовая мозоль, как есть же такое выражение. Совершенно это не живот, это трудовая мозоль. Человек заработал живот. Поэтому я не думаю, чтобы бессмертие было бы абсолютным. Это первое. Второе. А насколько следует думать о продлении жизни? Полагаю, что где-то возраст 120-130 – это максимум. Потому что просто-напросто мы сегодня не представляем себе то, что для того, чтобы сделать больше, нужно изменить весь генетический аппарат. Значит, как это сделать? Как не давать ДНК мутировать, изменяться, накапливать отрицательные, в кавычках, эмоции – то есть, другими словами, гены отрицательные, которые могут сказаться на продолжительности жизни. Что? Только здоровый образ жизни? Честно говоря, я не очень знаю, что это такое. Его преподают, это святое. Но вот кроме курения, там действительно весьма вредно. Но я сейчас открою одну истину, которую, не знаю, пойдет ли так сказать, в народ. Я как курящий прям сильно слушаю. Так вот, я тоже бросил. Именно...
потому что мы должны беречь свое здоровье. Правильно? Правильно. Так вот, дым от сигарет абсолютно не влияет ни на что. Поэтому, если вам тут вот кто-то закурит, совершенно верно. Вот, Юр, молодец. Спасибо. То можно нам не всем существует? Абсолютно не страшно. Вот табак, соединение горения табака и бумаги – да, это верно. А все остальное – полная ерунда. Тысячи исследований на эту тему было. Всем очень хотелось доказать, что дым в помещении влияет на некурящих. Пока ничего не получилось. Это значит, мы зря в кафе все это запретили. А я только вырос в то время. Прям я вот только застал момент, когда можно в кафе покурить, и тут же нельзя на следующий день. Да. Вот жизнь-то она почти прошла. Спасибо большое. Я теперь после курения... Несите выпить тогда. Дым не влияет, но ты сдохнешь. Бессмертие. Если все-таки однажды, даже если мы не достигнем бессмертия, это как-то просто мечты-мечты, но все-таки, если человеку однажды удастся продлить, насколько я понимаю, различные гены купируются, чтобы как раз не наносить какие-то точечные вред организму, чтобы поддерживать его дольше, и как раз-таки можно прожить до 120 в теории, до 130, вполне себе бодро ощущая вот. И чувствуя. Это самое главное. Я прошу прощения. Да-да-да. Вот это здоровое старость. Угу. Вот мы совершенно не думаем об этом. Потому что старик, ну, все мы знаем, что такое глубокий старик, да? Угу. Как он выглядит, как он ходит, как он, дядя Джей. Пардон, думает, да? Как он ест и так далее. А вот иметь здоровье к 120 годам – вот это задача. И здесь вот нам с вами об этом сегодня надо думать, потому что завтра мы к этому придем. А как без планет, без космоса, без заселения – нас с вами туда. То есть, действительно, кроме того, возможность кормежки, мы тогда можем вспомнить, вообще-то, некого Мальтуса, который именно об этом-то и говорил, и мы его крыли и ругали в течение 100 лет. Но вот сейчас мы должны об этом задуматься. Обидно, если откроют бессмертие, а мы в этот момент старые, уже немощные. Я к этому и вел. Они же будут рофлить с нас. Да, типа, до 70 жили, серьезно, кринж. Нет, тут дело немного в другом. Самая старая женщина, самый старый человек на Земле, это, по-моему, Жанна Кальман ее звали, которая дожила до 122 лет. И, честно говоря, где-то вот в своих 110-120-х годах она уже не очень выглядела. Ну, 120-летний человек. Это как 70 плюс еще 50. А мы как ее оцениваем насчет не очень выглядела? Ну, шестерочка. Хорошо. Я примерно представил 120-летнего человека. Вот, и если мы будем жить еще дольше, это будет, получается, надстройка внешности и состояния над этими 120, потому что я видел, как там. Ну, 100-летние люди обычно выглядят не очень. Они где-то вот так вот замерли в кресле и языком лижут. И помнят сериал. Какой-то, который они придумали сами, да. Поэтому хотелось бы продлить именно, что здоровые и такие взрослые годы, где ты еще можешь прыгать. Хорошая формулировка именно «здоровая старость», потому что как-то мы привыкли, что здоровый образ жизни и среда, которая на нас влияет. Мы сейчас здесь типа здоровые молодые, а потом... Да, уже не особо. Да ладно, привык. Буду дедом, закопаете меня. Ну, то есть человек какую-то установку себе дает на неактивную старость почему-то. Юль, ты сейчас как-то... Есть дедок? Ты видела какого-нибудь деда на шестерку? Не-а, не видела. Потому что там десятка. Все верно. Я слышала, что по Библии там и до 900 жили люди, до 700. Аудиоверсия. Аудио слышала-то. А в 120 рожали. Нет. Еще рожали. Я лично не склонен рожать. Вот как-то у меня нет такого желания. Но в 120 рожать – это сильно сказано. В принципе, наверное, и это возможно, если мы говорим о будущем человечества. Ну, что будет с нашим пенсионным фондом? Как он выдержит вот такое вливание нас, молодых? Довольно любопытно. Но в любом случае общество поменяется. То есть мы же продолжаем род отчасти потому, что мы хотим запечатлеть себя в будущем. Типа, ты, сынок, живи, будь мной, когда меня не будет. А вот так, а здесь, типа, да, жопа детей в целом. У меня вот мои... Я не знаю, как это правильно назвать. Соседи. Не 20-й, а 200-й впереди. Ага. Ревущий. Я в 119 лет собираюсь тёлочку обрюхатить, чтобы она в 120 родила. Хотя, честно говоря, мне кажется, в 120 лет женщина, если забеременеет, то родит привидение. Зато легкие просто... роды. Очень легкие роды просто. Ну, как будто внутри где-то теплится вот это, да, что... Ну, возможно, мы уже... Там сейчас прогреется, шестерка заведут. Это...
Я к тому, что мы, видимо, привыкли к тому, что мы знаем, что мы смертны. И ты такой, ладно, смирюсь я с этими 60-80. Ну, какой-то такой разброс. Но по факту ты такой, ну вот до сотки бы сказали. Есть вот внутри где-то... Не бессмертие, как будто бессмертие, мы отказались от него давно по фильмам, по всему. Мы посмотрели, что это как идея дурацкая. А даже быть эльфом, ну что такое? А в целом, получается, вот у тебя, условно, у нас боль... каждого, есть чуть-чуть, да? У каждого, я думаю, есть, что типа, ну, конечно, да, кто-то в 45 от инфаркта отъезжает, кто-то там вот, дед мой до 82 дожил, там, кто-то там до 67, но я-то, закуривая сигарету причем, вообще пофиг на... Которая забита бумагой, сразу она самая вредная. Я-то сегодня приседал, поэтому... да, я сегодня позавтракал нормально. То есть 128, я думаю... Почему-то все равно ты избегаешь мысли о своей смерти, поэтому ставишь себе эти удивительные даты, которые когда-то не скоро будут. Мы все были юношами, которые думали, 20 лет — это вообще когда? Давно. 30 лет — это когда? 3 года назад у меня было 30 лет. Я просто помахал, послушал «Сектора газа», и теперь типа 40 лет. 40 лет еще не отмечают. Все это даты, которых мы боимся, поэтому закидываем смерть на дальнюю полку. Отсюда, наверное, и желание, правда, добраться до бессмертия, до гена бессмертия обнаружить какой-то. Хотя, я не знаю, мне кажется, если ты хочешь ген бессмертия, переспи со стариком как раз. Ну, типа, ну, кто вероятнее бессмертен? Я думаю, что нет. Вот гена бессмертия нет. Но есть... Это действительно должно быть предрасположение... К бессмертию. Не к бессмертию, а к длительному жизни, угу. К большой, долгой и сознательной. Мы уже говорили о том, что здоровая старость, но кроме того, она должна быть здоровой, о чем мы не поминали еще и в плане умственных способностей. Да. Как мы знаем, весьма немногие из великих доживали до глубокой старости. Некоторые – да. Вот у них было предрасположение. Но что получается у них в течение этой долгой жизни? Не только открытие, а дети. Вы знаете всю эту знаменитую поговорку «На детях гений природы отдыхает». Угу. Хотя, с моей точки зрения, это абсолютно неверно. Вот просто минуту вашего внимания займу собственной, как говорили до войны, гипотезой на эту тему. Угу. Дело в том, что мы с вами все добивались и добиваемся сами. То есть, другими словами, мы себя self-made men, uh-huh. То есть себя делающие, и даму, естественно, тоже. А вот наши дети попадают в совершенно другие условия. Папа с мамой добились, а они там 18-20 лет уже все имеют. Откуда мажоры? Они что, хуже своих родителей? Нет. Им просто не надо ничего добиваться. Все и так есть. Потрясающе. Мне спокойнее на душе стало, что мы все вместе отпустили бессмертие где-то внутри у себя и такие... Ну, есть как есть. Оно надоест же, даже если будет. Типа, прикинь, я не очень понимаю какие-то простые бытовые вещи в форматах бессмертия, абсолютно биологического бессмертия, как будет работать Тиндер. Ну, то есть ты ставишь... А он скоро никак не будет работать. Он, да, ну... Он тоже не бессмертен. Аналог наш, советский. Типа, Николай, 267. Ищу, не знаю, кол в сердце уже, наверное, ищу женщину. Если ты еще дышишь, пиши. Если не дышишь, не критично. Да, если не дышишь, не критично, я близко. Генетика также тесно связана вот с другой фантастической тематикой. Есть различные фильмы, комиксы, где супергерой, человек, он живет до 70, но у него суперспособности, он летает или что-то еще такое. Тебе нравится сейчас супергеройка? Расскажи немножко про эту тему. Именно генетика, кстати... в плане вот мутаций. Сверхлюдей. Да, я, кстати, из тех людей, которые не смотрели никогда про супергероев ничего. И комиксы не читали. Ну, неинтересно. Но я узнала, что супергерои действительно существуют, но это скорее не супергерои. В реальной жизни это мутанты скорее, чем супергерои. И эти мутации... Ты имеешь в виду хвостик, сосочки? Нет, то есть люди X были правы. Да. Всех, Супермен, Человек-паук, Люди X. Я не буду понимать ни одной ссылки вашей сейчас. Нет, а про сосочки и хвостик это я просто из биологии 7 класса. А, я думала, есть. Ты не видела? У вас другой тогда, Юр, давай вспомним, да, что Бэтмен, когда идет к женщине-кошке, он захватывает с собой цветы, вино и лоток. Понятно, да? Спрашивают, а есть ли действительно генетическое предрасположение вот какой-то суперменности и так далее, и так далее. Вы знаете, безусловно, есть. Это 100%. Потому что
вам всем, вероятно, знакомо имя знаменитого американского пловца Фелпса, который получил вообще все золото Олимпиады, мировых чемпионатов и так далее. Конкретный пример. У него размер ноги был 49-й. Такого не бывает. Но представляете, его толчок в воде. Понимаете, да. Феномен. Угу. Но он и завладел всеми рекордами в плавании, каких было возможно. Потому что никто с ним в этой генетической особенности его стопы не мог сравниться. Только и всего. Маленькая деталь, казалось бы, которая позволяет человеку достичь еще больших результатов. То есть тут не прямолинейная какая-то, видишь, ты сверхчеловек, сейчас ты поднимешь одной рукой машину. Но у тебя какие-то предрасположенности есть, которые позволяют тебе либо быстрее адаптироваться, обучиться, лучше усвоить. Совершенно верно. А есть же, например, когда человек может не спать вообще. Фрилансер. Я вот почитала, что есть мутация в гене такая, которая позволяет человеку высыпаться за 6 часов. Но это тоже не так мало. Это супергерой, человек, которого все ненавидят. Выспавшийся. Да, 8 утра. Сейчас мы посмотрим на конкретном примере. У вас родители вашего роста или немного иного? Я? Да. У меня я выше. То есть они среднего роста? Средний рост это сколько? 170. Ну, они высокие тогда, я бы сказал. Ну, у вас это за 2 метра? Ну, 2 метра, да. Вот у нас перед нами с вами замечательная мутация. Да. Можно я тоже вопрос задам? Вот вы сказали про пловца, да? Это мутирующий ген? Конечно. Стопа. То есть, другим словом, стопа, костная ткань и мышечная. Ведь мы еще забываем о мышцах. Чуть больше деятельности мышечной, тем больше ее предрасположенности к сжатию, тем, естественно, выше результат любого спортсмена. Потому что мы должны помнить самое главное. Любой признак, кроме, как Юля сказала, цвета волос, глаз и еще нескольких, все остальное, все болезни, все способности – это взаимодействие генов и среды. Вот мы все время об этом забываем. Без среды у человека есть предрасположение к алкоголизму. Вот такое. Кстати, это на самом деле так. А есть, но не дайте ему выпить ни разу в жизни, он не станет алкоголиком, только и всего. То есть этот пловец... Хотел выйти просто. Да. Он лучший в своем деле. То есть это талант или все-таки мутация? Или талант это и есть мутация? Генетика – это талант. А труд – это внешняя среда. Если бы его кто-то не заметил, как не заметили в свое время бы, не заметили ни Жаботинского, ни Власова, ни наших тяжелоатлетов, спортсменов и так далее, не заметили бы, то их бы не было. Как и великих хоккеистов, которые поражали скоростью передвижения, силой броска. Но были люди, которые хотели увидеть и найти. Они их находили. И мы имели то, что имели. Мне понравилась вот эта схема идет, что талант условно – это твои гены, а труд уже превращает талант в профессионализм и позволяет тебе добиться каких-то штук. То есть, если бы он не был пловцом, а вдруг клоун, и пошел бы он тоже талантливый вот с такой стопой по манежу. А гениальность как-то связана с геном? Без всякого сомнения. Но вот заметьте, очень любопытный факт. 3/4 вундеркиндов, если не больше, как только достигают возраста юношества, прекращают быть вундеркиндами, становятся обычными людьми. Вот талант проявился, и его вовремя не подняли, не развили окружающие. И он тихо помер сам по себе. Поэтому чуть-чуть уважительнее к продавцам пятерочки. Возможно, это бывшая скрипачка, а мы чуть-чуть не с развитым талантом. Ну, если есть мутирующий ген, значит, этот талант возможно развить в 60. Обязательно нужно развивать все таланты. А талант у всех есть. Ты вот найти и выявить. Все мы таланты. Ищите талант. Свой талант до конца жизни. Если откроют бессмертие, всю жизнь ищет. Повезет, будем 120 лет искать. Да, я слышала, что существуют такие лаборатории, появляются, где можно понять, какой талант у тебя. Поподробнее. Ну, вообще, по-моему, там про спорт скорее было написано, я читала. Что по каким-то анализам можно понять, какой спорт тебе подходит больше всего. Предрасположенность некую. Понять можно тогда, когда мы видим уже, ну, извините за термин, фенотип. То есть уже личность родившуюся, а не генотип, когда в утробе матери. Мы-то пока еще ничего не можем определить. Поэтому для меня, вот уж простите, я не могу не брякнуть,
потому что очень многие сейчас ходят в лаборатории, где по генам тебя определяют, какими болезнями ты заболеешь, угу. какие у тебя способности будут у ребенка. Ну, чушь абсолютнейшая. Люди платят деньги ни за что, потому что если не будет фенотипа, или человек пришел, ему говорят, у вас будет астма, у вас будет диабет, у вас будет то. По генам это чушь, потому что если ты не будешь есть сахар, шоколады, булочки и так далее, твое наследственное предрасположение к диабету не реализуется. Поэтому давать вот такой лист, где перечислено все, что вас ожидает в будущем, абсолютная ерунда. Еще такая суперспособность есть. Про какую выбираете? Про нечувствительность к боли или... Давайте про это. Нечувствительность к боли, я быстренько расскажу историю. У нас во дворе было два мальчишки, когда мы были мелкими, еще подростками, и у них был низкий болевой порог. Правда. И они нам об этом когда сказали, мы же что, тупые, угу. надо же доказательства. В общем, об одного мы сломали стул, ой-ой-ой. И он правда лицом, ну, он говорит, да ну не больно. Так это низкий или высокий? А, нет, низкий или высокий? Низкий, это вот так тебе сделают, сразу болит. А, нет, высокий, значит, он по-моему, вообще не чувствует боль. Вот, ну и втором мы это, долго по лицу лупили, но он ни в какую, нет, то есть синяк, все это появляется, но он говорит, ну мне не больно, ну правда. Гоша, а скажи, а правда было такое, что они сказали, у нас высокий болевой порог? Да. Нет, смотри, и потом в отделе уже мы сидели. И капитан полиции нам говорит, правда генетики, выясняли. А, да, именно из-за этого мульк, они друзья наши, то есть такого у нас не было к ним, просто агрессивно. А вы после четвертого раза все еще не понимали. Но я считаю, что в толпе не надо такие штуки вкрикивать, когда у меня генетически предрасположенность к паркуру тебя заставит показать, потому что это же интересно. Да, при нечувствительности к боли ты еще не чувствуешь наполнение мочевого пузыря, то есть не будет такого, что ты выходишь из дома и только вышел, думаешь, кажется, я хочу писать. Будет ну, так, это, что ты выходишь, пардон, и Юля, кажется, это всем известная болезнь энурез. Когда ты не чувствуешь, и пишешь все благополучно, что днем, что ночью. Это и это очень может. Хорошо лечится, кстати говоря. Поэтому и люди смотрят на обоссавшегося человека, вспоминать. Такие, он не чувствует боли. Да-да-да. Стальной мужик. Ну так, кстати, опасно жить, когда у тебя такое. Идешь, домой заходишь, в шоке, там семья кто-то вот так на тебя смотрит. Что такое? Так смотришь, у тебя нож тут торчит какой-то, а ты даже не заметил, потому что просто пятерочка боли нету. Да, поэтому это... честно говоря, не хотелось бы. Но это как раз внутренние какие-то травмы, это как будто такая способность себе. Это как будто не суперспособность даже. Ты все время будешь так, гвоздь нет, все целое, все вот. Вот недавно думал, что суперспособности еще туда-сюда, если их можно будет давать, и когда крылья людям сделают, мы так думаем, типа мы будем летать, но нам даже бегать же лень. Мы можем бегать, но нам лень. Летать, не легче будет, чем бегать, мне кажется. То есть, по сути, ноги, это, это же как крылья. Вот когда голубь, говорят, почему он ходит, я бы летал все время. Так ему лень просто. Потому что, так удобнее чуть-чуть пройтись. Есть тоже очень коротенький, симпатичный анекдот на предмет того, что я, мальчик рассказывал, всю жизнь хотел понять, почему летают самолеты. Я поступил в институт, его окончил, и теперь знаю, почему самолеты летают. И теперь меня интересует, почему они не падают. Угу. Поэтому так, бегать не бегаем, летать не летаем, плавать тоже далеко, тоже не умеем. Ну и слава богу, зато мы люди. И чем мы отличаемся, кстати говоря, к вам это прямо относится, только одним. Мы умеем смеяться от всего животного мира. Это и есть наше отличие. Мы гены. А животные не умеют? Нет. То есть лиса, когда это не смех. Лиса так... Это ты не те грибы съел в лесу. Она хитрая, да. Когда крокодил открывает пасть, это не значит, что он смеется. Тема опасности клонирования. И, если честно, когда я что-то начал читать, погружаться, вот на какой мысли себя поймал. Есть определенные плюсы клонирования. Как минимум, это можно клонировать органы, чтобы заменять сердце другим людям. Можно клонировать животных для того, чтобы опыты над ними ставить. То есть много различных практичных применений клонирования, естественно, вплоть до клонирования самого человека. Но каждый раз, когда я читал какой-то плюс, я ловил себя на мысли, что это все круто звучит, футуристично, это будущее, прогресс. Но, на мой взгляд, люди больше всего научились проебаться. И я прям вижу в этом опасность, правда. Так любая технология, когда появляется, она и в плохую, и в хорошую сторону может быть. Это
интернет, что угодно бери. Вот у меня вот именно здесь почему-то возникает, что вот именно клонирование, вот мы как будто что-то перешагнем. И вот у меня в чем убеждение я получил. Я посмотрел фильм «Престиж». Смотрели да. фильм «Престиж» про двух фокусников? Я вкратце, может, кто не смотрел. Все смотрели «Престиж»? Там трой кивнул, ага. Я к тому, что там один фокусник, грубо говоря, дошел до того, что он клонировал себя много раз и убивал своих двойников, лишь бы он получал овации. Но я недавно эту теорию узнал. Там же второй фокусник, у него был брат-близнец, и он всю жизнь с ним менялся жизнями, лишь бы сделать этот фокус. А есть теория, что он один раз сделал себе клона, и с ним и сработался. Я сам с собой никогда в жизни бы не сработался. Мы как Человек-паук бы тыкали друг в друга вот так вот, как в меме, просто это ты, это ты, это ты. Ты себе внутри раба понятно. Делаешь просто. Да, да, все да. фильмы, все... А ты не хочешь быть рабом. Если в каком-то сюжете сделал клона, он говорит, иди вместо меня в университет учись. Он и станет умнее тебя, ты в итоге тупой останешься. Он всего так добьется дальше. А вот фишка в том, что он же может быть сказать, да ты иди, понял? И это в натуре замкнется же в этот момент. Штучка такая. Но зато ты знаешь все его слабости. И он, так, он такой, ты иди. И ты ему так, хоп, в глаз куда-то. А у нас всего их по одному, и мы просто ослепли вдвоем. Вы думаете, одинаковые у вас пальцы так, да? Ну, вопрос, вот клонирование, это, может быть, крайне интересный вопрос для сегодняшнего дня. Зря я, может, боюсь. Потому что, нет-нет, вы совершенно правы, просто кое-что добавлю. Потому что после овечки Долли, о которой все знают, да, мы технически можем клонировать что угодно. Это дорого, и поэтому пока это не принято. Но всех интересует, можно ли сегодня клонировать человека. И вот это самое интересное. Потому что можно. Я отвечу «да». А теперь подумаем, что происходит. Из любой клетки, из клетки волосы, крови, кости, все равно. Нам нужна просто клетка. Из нее можно создать клон. Это ты. Ты сам. Но... Ты рождаешься, табуля раса, белый лист. Тебе, например, 30 лет, ты сделал себе клона. То есть его надо обучить, его надо передать свои знания, передать свой социальный опыт, образование, ты. Скажем, уйдет 30 лет. И вот здесь начинается самое интересное. Что не могут решить лучшие умы человечества на сегодняшний день? Тебе пришло время помирать. Спрашивается, кто твой наследник? Ты клон или твои дети? Вот это юридический вопрос. Вот такой вопрос, на который не могут пока ответить никакие юристы, законодатели и так далее. И это то, что останавливает опыты по клонированию человека. И они в абсолютном большинстве стран запрещены. Из-за наследства? Да. Ну, тут вопрос именно, если есть наследство. Ну, тут да, нет да. такого, да? что если то есть нет это наследства, тогда расходимся. Это юридическая тонкость, которую, не решив которую, мы не можем... Если, а если я сам до смерти решаю это? Я такой говорю, 50% детям, 50% клону. Да. Тогда клонируют только тебя, Рустам. Вы будете вдвоем такие умные. Ходите, вы все решать. Тут и оно. Клон может возражать. И дойдет до черт знает чего. И потом твой клон, одевшись в твою одежду, такой 100% клону. Вот такие любопытные вещи. Это удивительно, что нас сдерживает от клонирования. Ну, идея клонирования, помимо того, что она чудовищная и хватит играть в Бога, но она еще и очень забавная. То есть шоу 4+1, здесь сидят 4 Гоши, разговаривают с вами, что-то накидывают. Это просто... Это аттракцион увидеть подобное. Да. Поэтому неужели мы ставим юриспруденцию, наследство выше этого прикола? Пока в Да. Хорошо спасибо. Отлично. Но пока на такое не решились. Поэтому мы убеждаемся, знаете, только в одном. В цирке начали платить зарплату натурой. Директор вызвал клоунов и рассмеялся им в лицо. Вот на этом мы останавливаемся, понимаете? Все. Я вспомнил, что есть такой фильм «Чрево», называется, где женщина, она клонировала своего умершего возлюбленного, и она его воспитывала с младенчества, там, ну, он полностью с ней рос, и вот там весь фильм, она думает, вообще она правильно сделала или неправильно сделала. Ну, странноватая же женщина. Ну, да типа... не, нормальная, почему? Я тебя клонирую и снова трахаю. Это же не тот человек будет. Звучит страшно. Это, по сути, как признание в любви настоящее. Я настолько тебя люблю, что когда ты умрешь, я тебя воспроизведу, воспитаю.
выращена, чтобы снова трахнуть. Еще раз, ты не сбежишь от меня никогда. Когда я буду помирать, я себя клонирую, чтобы тебя потом мой клон клонировал. Потому что мы с тобой навечно, ты кольцо видишь? Юль, ты вот как вот, представь, что у тебя есть возлюбленный, он голубоглазый, твои дети все голубоглазые от него, потому что 50% он как перевесил. Человека-паука он не смотрел, идеал, но смертен. Умирает. Вот вообще, ты рассматривал бы такое, как даже Коля употребил, хрен с ним, в прикол. Ну, это уже получится, как мой ребенок, это, конечно, пугает, я не буду, нет. Мой ответ нет. И то есть, ты будешь называть его пупусиком, но с другим немножко? Таким. Я бы хотел вырастить, да, если вот любимый мой человек покинет этот мир, чтобы вырастить, воспитать, причем воспитать как-то отделенно от меня, чтобы там этим заниматься, чтобы потом в первую встречу такая, думала сбежать, сука. Думала сбежать, сука. Если появятся клоны, то, мне кажется, будет над всеми доминировать страх, а что, если я клон? Потому что я смотрел фильмы типа «Шестого дня» или «Острова», где главный герой оказывается... То есть он думал, что он самый крутой тип, а тут вдруг, я оказывается клон. Ты думаешь, ты оригинал, да. На самом деле и, ты... И всегда хочется верить, что ты оригинал. Не укладывается в голову. Ну, там еще перенос не только тела, но и сознания. То есть это уже вообще... Да. Опыт невозможно передать по генам. Пока да? Социальный момент мы генетически передавать не можем. Хотя нельзя исключить, что в будущем, вдруг в каком-то будущем это станет реальностью. Ну, в целом, клонирование... Я просто подумал, если вот это все среднеодинаковое будет, и, в принципе, клонирование... Ну, нас же будут тогда избирать условно, оставлять самых лучших, чтобы клонировать. Там, то есть лучшего из Константинов оставить, всех остальных не надо. Лучшие там Екатерину. Ну, кроме Олега, в этот раз без него попробуем. А кто решает, что кто лучше? Ну, там самый какой-то лучший. Это уже чуть-чуть... Я его пока не придумал. Уходит, да. Это все как будто в утопию сразу превращается. Вот любая такая грань, которую хочется человеку мысленно перешагнуть, но здесь, в этом материальном во всем, как будто она чуть-чуть всегда попахивает какой-то чреватостью. И мы как будто заведомо где-то в генах знаем про эту штуку. Мы такие, ну, клонируем овцу. Мы задорные. Это ген, есть такой ген задора, вот который у человека за интерес и любознательность отвечает. Ну, скажем, не ген, а гены. Ряд. Потому что, да, что отвечают гены? Да любые функции, любые признаки, юмор, пристрастие. Вот мы не представляем себе, что нет гена алкоголизма, да, или гена диабета. Есть гены патологических пристрастий. Так же, как и юмор. Что такое юмор? Это а – реакция, б – скорость мышления, в – склонность воспринимать мир тебе не совсем таким, как его видит окружающий, правильно? Какой-то иной веселый, в кавычках, точки зрения. Это замечательно. Но это гены, которые определяют гормональный уровень, скорость реакции, скорость многих других процессов. То есть это генетический материал, о котором мы знаем, но пока еще не умеем выделять. Все впереди. Мне нравится думать, что когда я шучу, удачно. У меня есть ряд генов, которые такие, да, Гошан! Ну, целая команда. Гены смеются вместе с вами. Да, помогли мне. Что? С другой стороны, это кажется чем-то немного освобождающим от ответственности за свою жизнь, за сознательность. То есть всякие, ну, грубо говоря, у меня ген мудак. У меня ужасного человека, но и я делаю плохие вещи близким мне людям, такой, но это у меня в генах. Андреева, они такие. Нет, тогда это точно ген мудака, когда ты прям прикрываешься геном мудака. Ну, типа, ты такой, ну, порода такая. Ну, не знаю, даже фраза, например, я мужчина, у меня есть потребности, там, дай мне секс, женщина, потому что это потребность моя. Это не я человек, который сейчас, ну, на твою свободу посягается. Это вот во мне что-то древнее, биологическое клокочет. Абсолютно верно. Вспомним обыкновенное чудо и короля, который говорит, это не я, это моя тетушка с папиной стороны по мне заговорила. Вот. То есть это было понятно уже и ранее. Зато это все равно весело и хорошо, что мы об этом уже можем говорить и смеяться. Уже, слава богу, честное слово. А давай пробежимся быстро, Коль, с тебя начнем. Ты кого бы хотел вот клонировать? Или, знаешь, ну давай, вернуть назад. Мне подытожим кажется, просто. Мне так. Кажется, часть более вот этих великих людей, о которых я думаю, чтобы вернуть, типа Эйнштейн. Да что я знаю об Эйнштейне? Часть их наследия как раз в том, что они мертвы. Типа они были, они свое дело сделали, зашибись, отдохни.
покойтесь с миром, чуваки. Поэтому все это, не знаю, какие-то сатанинские ритуалы. Ну, кстати, да. Ну, что, он умер? А вот и нет. Я его хочу сюда обратно. Нет в тебе ген, а что обманул? Видишь, ты как легко отпускаешь. Евгений Тодорович, кратко, что бы вот можно было посоветовать нашим зрителям, ну и нам, собственно, что мы должны соблюдать, чтобы как-то сами себе помочь вот на генетическом каком-то таком уровне? Не, я не говорю про бессмертие или что-то такое, но какие-то маленькие пунктики есть такие? Ответ на этот вопрос крайне прост. Надо любить себя и любить свое будущее потомство. Поэтому открыты медико-генетические консультации, куда следует обращаться, и в любом случае внимательно смотреть за течением беременности у наших с вами жен на ранних стадиях, потому что на ультразвуке уже очень многое можно видеть. И, естественно, в случае малейших сомнений делать определенные процедуры у эмбриона, а потом и плода, для того, чтобы принять соответствующее решение. Никогда нормальный врач-акушер не скажет вам, надо прервать. Он оставляет это на ваше усмотрение. Поэтому следите за всем этим и будьте сами здоровенькие, и ваше потомство тоже. Спасибо большое, Евгений Тодорович. Это было шоу 4+1. Смотрите нас, узнавайте мир и веселитесь.